втором тайме, что тренер говорил, видно, что рисунок тактически поменялся. На что сделали акцент? Первые 25 минут мы как-то мы проспали, мы, как сказать, мы были, we were surprised. После гола Уфы мы когда проснулись, и второй там, это наш тайм был. Жалко, мы еще 2-2 не сыграли. Думаю, если до игры сказали бы 2-1, мы сразу подписались бы. Но если кто-то увидел второй тайм, 2-2 минимум могли бы сыграть. После такого второго тайма можете сказать, что домой едете фаворитами или все-таки нет? Еще гол в гостях забили. Да, мы в гостях забили, это очень важно было. Я думал, дома мы будем еще больше офензивы играть. И да, я думаю, мы дома будем фавориты. Мы не боимся никого. Было ли все-таки ваше касание во время взятия ворот? Я честно сказать не знаю, но самое главное, мы что гол забили. Какая разница, кто забыл, или я, или Оли. Самое главное, мы забили гол, очень важный гол был. Алия сказал, что он забил. Оли, да, может быть. Я не спорю. 80-20, скажем так. А вас называют армянским Макгрегором, если я не ошибаюсь. Интересуетесь ли вообще боевыми искусствами? За кого будете болеть? Против Хабиба или за Макгрегора? Честно сказать, я не увлекаюсь UFC, но, конечно, фаворизую Макгрегора, потому все говорят уже из-за бороды выгляжу как Макгрегор, но UFC не так уж интересно меня. Как думаете, после такой успешной игры в целом в Еврокубках, вам может поступить какое-то предложение в это трансферное? Да. I'm open for every offer. Посмотрим, что случится. Спасибо.